порох, сметану и сгущенку. Также перебиваем блендером. Вот такой густой крем. Итак, еще раз повторяю. Тесто, которое я сделала, ну это как будто тесто, это банан, перетертый с печеньем. Замешанный вот через пленку, видите, очень тугое тесто. Прям тугое-тугое. Творог сбитый со сметаной и сгущенкой. И для начинки возьмем бананы и персик. Смотрите дальше. Для этого нам нужно, так как это будет не выпекаться, это будет только полежит в холодильнике, пропитается. Ну, желательно бы на ночь. Значит, вот сейчас будем делать. Размазала лопаткой. И теперь вот так вот. Это будет толще, тоньше. Поэтому для красоты, конечно, лучше сделать ровные краешки. Он вот такой вот должен быть густой. Потому что он был какой-то белый и какими-то невозможно. И сгущенка. Выкладывать. А когда достанем, положим на стол, можно будет посыпать либо вафельной крошкой, либо крошкой из-под печенья. Всем приятного аппетита. Мне осталось немножко вот этого крема творожного со сгущенкой, со сметаной. Ну, тут довольно-таки мало у меня осталось. Будет. Ну, прям 200, не больше тут осталось у меня крема. Вот, значит, 3 печенья кладем. Тинка. Ну, вот так вот, чтобы было куда разбухнуть печенью. Ложечку. Хорошо так раскладываем по чашечке. Будьте осторожны, когда будете отрывать пищевую пленку. Себе вот отрезала, вот так вот распорола. И очень долго потом заживает на сгибе. Вот у меня остались персики. Как раз у нас вот осталось прям вот. Красиво вот так выложила дно. А на это сейчас порежу банан. Банан порезал не очень тоненько. И выкладываем края. Приваривайте для того, чтобы ну там вот в плошечке вошло в каждый вот в щелочку, в дырочку. Все закрываем. И убираем в холодильник. А потом увидим, что получится. Финики. Курагу и чернослив заливаем кипятком на полчаса для термической обработки. Через полчаса сливаем все на друшлаг. И оставляем для полного высыхания. Ну вот, сухофрукты высохли. У фиников выбираем косточку. Затем финики пересыпаем в другую емкость и разбиваем блендером. Должна получиться вот такая масса. Добавляем ложку какао. Курагу и чернослив также в блендере перебиваем в мелкую крошку. И добавляем к финикам. Я добавила еще немножечко, у меня оставалось от другого рецепта, чуть-чуть печенья. И разбиваем блендером грецкий орех и обжаренный арахис. Вот до такого состояния. Высыпаем также к финикам. И все перемешиваем. Вот такая масса у нас получилась, так как конфеты не будут обрабатываться больше тепловой обработкой. Все ингредиенты, как вы видели, я, которые надо было, помыла. Просушила, обдала кипятком финики, курагу и чернослив. Вытащила косточки. Панировка, кокосовая стружка.
Получается очень вкусно. Ничем не отличается от Марса и Сникерс. И вот что у меня получилось. Вот этот пирог, который я делала. Вот это сверху персик. И бананы, как вы видите. По бокам, который я укладывала. Вот. Попробуем. Вот такой десерт у нас получился. Просто сказка. Вот рулет. Дольки. Но вот это банан с печеньем, это просто сказочное. И крем, который я взбивала, творог со сметаной, со сгущенкой. Но сюда можно вложить, наверное, ну, все, что хотите. Вкуснятина бесподобная. Правда, бесподобная. Тортик выглядит просто сказочно. Вкус у этого очень вкусный. Очень. Я даже не знаю, какой-то торт напоминает. Вот персик, персик, банан. По рецепту не очень вкусно. Рецепты просто сказочные. Как и ровные конфеты.